Начнем адмирала, после того, как Леоница поймешь. Адмирал, знаешь, сколько СПД? Вы можете меня присумонить? Миша, это... СПД 800. На костер иди сразу. Локи, поставь шкаф. Говоришь, магу СПД не нужен? Это самое последнее, что ему... Сначала собрать все капа на... Потом уже СПД. У меня капов всех предостаточно, только СПД у меня 3700, а у Миши, блядь, почти 5000, блядь. Ну, это у него, скорее всего, из-за этого. У него, блядь, 4 сотни. За категории, из-за этого, из-за рыжей палки, нахуй, много. Так, все, я релогнулся. Так, стоп. 300 бафа-то нету. Да, и так ценят. Бенвеста, Женуэн. Пуляй по готовности танк. Блять. Пул, который мы заслужили. Да-да-да, я еще прожал. Не дотянулся, ЛПшка. Таунт кидай. На пульте на него. Геру не забудьте. До 50% босса сливайте огни. Только одна на контролируйте время. Корень. Куда мне сейчас? На первую? Вот сюда, на вторую. Ой, на третью. Он сейчас 100% полетит на третью, да? По идее, да, но может вернуться. Мне его разворачивать надо или просто лицо? Вот. Вверх полетит. Куда? Вверх полетит. Прыгаем все. Минус там стоит. Я сейчас поднимаюсь на четвертую, да? Да. Бегу. На первую летит. Первый раз вижу, что после первой платформы наверх идет. Нам не зим. Он сейчас рандомный полностью. Ну как Джайна теперь. Отдайте сюда вот. Посмотрите сейчас на одного хилов. Сову закиньте. Добейте уже.
У босса 50% после этого угля, можете угли не бить. Саш, ты выдержишь? Забери у этого хила, блин. Сейчас сдох. Ну и ну. Подведи к краю. Я на краю. Этого добейте и по углям не бейте. Раздайте на рапахи вам. Япончик гейм. На первую. Я на вторую бегу. Скоро будет взглядка у меня. 76 секунд 5. Я буду на абсолютно босса, а милики я могли добавить не на ключ. Взлетел быстрее. Да, пройдем. Пройдем, пройдемся. Бегу на вторую. Ой, на третью. Где не бейте, там уже полный хп. На первую летит. Пошли на вторую. Сколько процентов у босса? 15. Если надо, можете на одного побить. Пусть малых бьют. Я тебя не выдержу точно. Мазер гейм на мат. Поставила метку на одного, добейте его тогда. Наверх, кстати, он прыгаем. Миник или череп добейте. Сдайте ныра по хилама. Даже я в танке отдала. Все, сейчас подведем. Все, бабос. Войт на боссе, я понимаю, на крыше все, да? Будете ловить трэш, подводить и задерживать под стенкой. Главное, угли сейчас не слейте, пока он не приземлится. Добиваем. Адмирал, если вам будет хил, нужен будет энергос. Ставишь метку, ладно? Нет. Лужа, лужа. Тут что? Только Харсис улетает по мане. Метку, чтобы я не кинул, то я вас нахуй не расскажу. Летел, звезда. Так, стоп, нет, звезда, это слишком. Все за ним бегать могут. Трусы, метку на него указывают. Убежали. РД, можете сейчас бить босса? Вот он настакивается, что такое. Идите, все, я держу этих двоих. 20% и стопы, файл эти угля. Добейте босса. Да, угли на перефазе опустите. Сейчас их мысль бить нет.
Никитос, сука, босса бей. Сейчас босса уже нет. Куча собрались все. Не добейте одного уже. Разбежались. Добивайте угля и бейте босса. Сталкер хуёво, где ты? Все, я держу иди. Вот теперь можете бить углей. Все в пачку сбежались. Кучнее сбегитесь. Кучнее. Танк, аккуратнее. Добили угли с хп и играйте в боссов. Сейчас. Сойдите. Где кого? Жену Рен, блин. Я ж сказала, босса инхать, какого хрена ты скрываешь? Точнее. Вперед. Добейте убей. После этого босса. Дайте ману Пфарада, если... Босса не дайте. Хики. Как мне там вчера, Лёха, как ты сел на маги по мане? Это ГП. Не уже. Маг без маны, это ГП. Вы... Лич. Чем в лужу заходишь? Встали в кучу. Квадратик, встали все. Быстрее, все да? На раф КД. Могу только гимн спеть после... его этой. По углям больше дамага. Так, пою гимн на ману. Я тоже. Так, лужа. Чем ты босса к углям подводит? Бастаунт. Лужу. Аккуратно лужу. Бля, добейте до взлетки одного сухота. Аккуратно в танк. Эй, выйдет свой. Лужа. 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 Жужин, выйди из лужи. Да, лаг. 15. Сука, выйдешь? О, сейчас выкинет оттуда, а нет. Сука. Больше сейчас дома, которые для мобила. Сейчас прям. Так что мы очень долго были. Сколько до берсы? До берсы еще... 6.
сейчас у Глина 6. Можно Геву сейчас задобить? Близнец. А, давайте сейчас Геву. Шимана Геву. О, Глин сначала задобить. Сливаем угли, но будет 0%. Сейчас давить угли. Сейчас 10% одного угля можно убить, и все в босса. После 3% не опускается при убийстве угли. Сейчас стойте, не добейте. Все, стоп, хватит одного. Чего такие тупые? А, не, еще одного слить. Второго угля добейте. Говорит, он 0% оставит. Все в босса. Не будет 0%, после 3% не опускается хп. Да? А сейчас что будет? Дэмэдж? Нет, 2% за секунду. Потому что было 5%. Да я только что чек. А, ребят, можно вопрос? Кто вообще Эрелик? Фараду. Релит Карина, я на подходе. Все, ушел даже через минут 30-40. Вы заебали реально, блять, орать. Какая нахуй разница, кто там что? Есть РЛ и есть ГП, блять. Хули вы орете? Настя, ты что? Так, точнее, Миш, Миш, такой вопрос, смотри, Эльми что-то там как... Короче, Вар, он единственный на офспек просит огнестрел. Ну да, и это танковский. А, огнестрел. Там же танковский, точно, да. Ладно, это я туплю. Я не увидел. Блин, такие классные перчатки на кота. Я не говорю. Если никому не надо, надо кому-нибудь вообще или не? Салваты где делай? Ну, только Денчик, я вижу, на офспек этот ролит. Че, сова без циклана? С тайфуна или чё? Ну, если на оф, то на оф, я вообще просто подойти. Кава, у тебя время еще осталось? Или все? Я ушел. Хрен прожим, конечно. Так, Миш, ты же можешь, да, ГП начислять? Этому Эскандеру на мейн спек. А шпоры Феникса 1167. Отверни его к стенке. К стенке задницей. Молодец. На перезагрузку нужно прожаться. А теперь котенок. Да. Но у него и не будет. О, кишоп, вам хорошо жилось. Я сейчас умру, и ты забираешь. А, Римус, точно. Чё-то мне больно даже без пересеки, перезарядки. А там каст не сбили. Там у этого белого моба есть каст, который нужно забивать контрзаряд, кажется. Первый я сбил, второй никто, походу. Забирай, я сейчас умираю. Так, твинам даем, нет? Да кому он нужен? Ну, не знаю, первое место Твин, второе Фарада. Фарада, Твинам даем. Фарада? Теперь у нас выдобыла Вар. Я просто... Мне на Твина не давали. Да, кому тут питомец нужен? Ну ладно, Фарада, я тебе отдаю. Ты мне просто помнишь, у меня тогда с Твином послали это куда подальше. На роботе я сейчас хила спит ночью. Чего, если не живу, то так.
За котенка ГП 1 ГП. ГП. Значит, слять. Будет на боссе, остальные СДДМ. Жужин не АФКш. Кирс еще не вернулся? Я же в гильдии написал, я тут не стал напрягать, пока у вас рейд был. Заходи. Так, я отскочу на кухню. Ван, и... я... Чем вы из контроля вывели челика? Не хотят острых ощущений. Тем еще чего? Ладно, я табличку сейчас скину, пока 3 минуты. Не поняла все равно. Сказал, что ему нужно 3 минуты ФК. А, ну иди. Карин, забери, пожалуйста. Зачем? Что там больно? Сбейте, твою мать. Тут... А 100 рагов фуловы. Ты его забери хоть, а? Рагами фуловы. А что так больно? Здорово, фуловы. Из бана вы будете. Ок. Там письмо. Там вон. Один ферево. А чё, этих механиков двоих быть нельзя? Можно. И фереть можно уже прекратить. Вы видите лоб бан из бана лоб этого механиков? Ок. Давайте, в них лежат наши воронки. По-моему, рот у меня в одном из них воронок нет. Зачем? Мне воронки на Т5 надо, так что. БОЕшки, да. Да кому тебе БОЕшки нужны? Ну не скажи, там может какие-то пальчики, которые на аукционе 20 тысяч. Нам вчера... Нам вчера 3 шеи упало в ЗС-ке. Шея не очень дорогая. А этот нож, который дорогой серкен, он не падает тут, он только в ЗСке. Прист, зачем ты бьешь кузнеца? Объясни, пожалуйста. Так, я тут. Я не умер. Карин, забери, блин. Шаман, да ты... Дайте хекс кузнецу. Если бы еще вот вы... Все нож согрите. Так, вороночки говорят, что были, нет? Нет. Блин, в жизни не поверишь, что здесь ни одного ФРОСДК. А БЕшечки? У тебя есть Энах, зачем тебе ФДК? Потому что не сбивает каст ни один человек. А БЕшка. Миша, если что, воронки и БЕшки я буду тебе закидывать. Че, Миша, давай ты будешь мне закидывать. Из этого всего я могу сказать, что все наши ФРОСДК просто свакеры. Да хорошо, хорошо. О, боль вкачан.
Хорош, просто слакер. Вот эта чушь кому-нибудь нужна? Просто, блин, вы серьезно? Полчаса на одного босса, пока за два часа управимся. В теории. Ладно, ФДК у нас не нужен, то у нас вон маги топовые. Шипуют. Маги? Миша. Маг. Фарадо. А, значит так, да? Или он зеркальное отображение прожал, тебе кажется, их 4 штуки. Нам нужно 4 числа. Он вообще стоит АФК, шутли. Фарадо слакает, а типа он топ, ну ладно. Ага, потом придет, а у него в банке куча, ой, в сумке куча воронок и боешек. Подарок небес. Сам бог ему подал. Давно ты считаешь себя богом? Подарок небес. Так гильдия одна называлась. И так сказал, да, когда три лука Вальки схватили на речи. Потом приходим, смотрим аукцион, а там, блядь, боешки, фарада повсюду. Продавец. И воронки тоже. Свинка Свара тоже, который подписан Фарадо. Карина первого, а я второго. Вообще-то у него финал, есть... Да. Бьем первого. Надеюсь, вы меня услышали. Спасибо. Разбойника тоже знаю. Всех знаю. Я умерла. Мы видим. Помянем. Дырните меня, Соба. Или форсеты дырните. Механика еще раз. Зареконтрольте. Что, у нас два танка, оба отдыхают? Три танка. Два отдыхают. Спасибо, Шишу. До третьего недалеко отдохну. Видали, как топовый за его идел? Да. Ужас. Почему Фрост Горн смог сам прилететь без того, чтобы ему сказали, что он прилетит, при том, что у нас есть лоб, а вы не могли 20 минут до инста долететь, а? А что, мы ленивые жопы? Мне тоже это очень интересно. Я сейчас за Гримару зайти, типа, в портал черный и просто полететь вверх. Мы убили Рес Халиона в 2. Ой, 2, подожди. Час 30. А мы зашли в 2 часа. Нормально. Короче, я правда кидаю. Ну просто первого я второго Карина на подстраховке. Поехали. Спасибо, фудим дальше. Карина выжила. Я жива. А, сука, в точку. 112 тысяч, как? Ну и сколько вагонов? Да их разводить надо. Мы хотя бы одного забьем. Тихо. Миша, как думаешь, пойти в 5 хилов или 6? Сейчас. Отведите куда? Его. Ну, у нас тут 4,5 хила. Я просто
станк, я ж не буду оставаться. Просто один хил у нас по мане улетает, и от него толку потом становится ноль. Пойдем. ДПС хватает. Я не знаю, как он... Он же хилит уже каждое РТ. Ну, он в крит-хосту полностью. Шаманы должны быть забиты в крит-хосту. Компомани, у него ката маленькая, у него поэтому проблемы. У него ката маленькая. Хорошо, вопрос. Щелки идут в интеллект и... У него и так фул в инту. У него до этого не было в инту. Я понимаю, о чем. А вопрос, ну, почему Настя не садится хилит так же, а у нее ката, блять, вообще еще четвертая ката. Кого? Умность, что ли? Нет, не умность, а гия. Ну, пусть вот она похилит, пусть она похилит вот этого робота, потом подскажем. Ему там жився, а живс когда. Спасите, пожалуйста. Я же видел, блядь, поставьте ни одного босса. Чтобы починился у нас хил. Войд на боссе. Идем 6 хилов. Сейчас я спекнусь. Как, кстати, в ДД? А может я в ДЦ? Угу. Зачем тебе второй ДЦ? Джипс нужен еще? Ну что, мне просто не поставили. Саня, ты успеешь кинуть не больше 5 хитов, а потом вообще не будешь успевать. Миша, МК на меня, я на Белыч. Хан, ты Белыч на меня. Мазра выйдет. Хан, ты в дворе на ранже стоят? Все равно бесполезно. Да. Хан, ты на ранже. 6 хилов идем. 6. Чем 6? Затем, что у меня нет спека ДД. Бегай в этом, в танке и собирай. Смотри, я фанзера в этого братика спеклюсь. А по кругу бегай и все, собирай. Чтоб ханты не лутали урон. Тут хилить-то нечего. Не релубим с вами. Карина, тебя обделали немножечко. В смысле? Ну, ты очень долгое время держалась в топе на последней секунде и порола тебя. А что это за знак лидери? А если у тебя есть Карина, репа, ты бревно. Какая-то вкачанная. Почему я в каску не достаю? Кому обмен? Ну, есть репа и чё? Всё. Фулл репа. Покупаешь настойки на 250. Какого, блин, хрена? Инты, сила заклинания, либо там этот... Да, фарада. Фарада дай мана? Ой, это прот. Короче, я ревогаюсь. Ханта отдам. Ханты стоят просто на круге, на этом. Все. Вот здесь вот стоите. Например, один тут, один чуть дальше. Другой вон там за стеночкой. Один на другой стороне, по-моему, обратил полон. Старкер, аддон ЕПГП тебе позволяет прям в сумочку закинуть. И прочая всякая чушь. Да и без аддона это. А, ханты, вы можете даже уворачиваться от шариков, они долго летят. Да, можете просто стоять. Но тогда лучше сапрот. Напоминаю, здесь все должны выпить сапрот. Это гильд рейд, а не пуга рейд. И даже учитывая, что тут нету ни старого, ни... пианиста, вам найдется кому начислить ГП, если вы умрете без саппорта. Тут есть фарада. Типа, об этом не переживайте. Это так звучит, как будто ты их уговариваешь это сделать. Умереть? Да с удовольствием. Выпить саппорт, а не умереть. Ну, тогда просто пить их за отсутствие саппорта закидывали, за смерть еще интереснее было. Че, за смерть без саппорта 250? Конечно. Там 1250 получилось. Настя готова? Вот, ставлю тебе метку. Пока готов и бежишь. Мы с тобой. Раз, два, три. Все, все в войде бежим. В войде все бежим. Адмирал. Бежим. На пул войда ПКД.
что с Герой? Херу. Одним уходим. Тим Бич танк? Нет. Нет. Блин, я не могла понять, что мне показывается. Пар, стопни чуть-чуть. Сальву по бару. Тимыч попятится, попятится, попятится. Локи раскол. Ты как ты минут откидешься? Димыч, пятьте, пятьте. Жена НБФ, не понял. Разгон, скинь. Я вижу. Дайте еще одну свою побару. Если есть, салю по Фрэнсису. Я стопаю немножко. Фэнсис, ты сейчас умрешь. Локи сейчас умрет. Тимыч. Женуэн. Тут больше 80 набирать нельзя. Пусть он за рот диван даст. Хорошо. Панзера нормально, сейчас одним. Женуэн, ты броню бэрнишь или нет? КД вроде не писал. Уже уже на 20 секунд, когда еще. Можно сломать? У меня есть БР. Поднимай. Только стой после убить. Продолжаешь набирать стопы, пожалуйста. Вставай. Но... Нажми и все, и бей. Понял. Я не бил. У вас агро было больше 80%. Да? Поднимаю вара. Вар, вставай. Мозеру. Нет, под... сейчас не вставай. Парада, мозг, липучек. Вага, скинь. Вот кинь на нем с мозером. Больше на пула. Я сейчас сдохну. Ничего, ничего больше сказать нету? Миша, в инвиз... Парада 93. Миша, в инвиз уйди. Уже так, все в КД. Так, готовься принять смерть. Вагон. Акуля. Не, у меня инвиз откатится через 3 секунды. Он... Парада 100%. Yes. Неправильно, неправильно делаешь. Женой, он если есть БФ, поднимай их надо. Ну, вон зато и сбрось. Локи еще есть? Let's go. Так, у меня маны ноль. Почему только один иннер в КД, блядь? Сдайте иннера по хилам. Только иннер дал. Но я его вообще не бил. Форсей. Жену НП 5. А по-моему, есть ли он тут уже показывает на пулу? Да. Что на пулу было? Форсей стоп. Жену стоп. Значит, что, ханты свободны? Нет, ханты вроде все три, вот одного откатился. А заново не вижу, чтобы пошел куда. А, не так покажет, может.
300 баф дай. Дуэль, если у кого бф есть, посмотрите в чат. Я вас выслал, что я еще уже. Саша, с кем мы будем бать? В Барсете, стоп! Пока мы не будем деваться, мы с Кромом бьешь. Кромом. Афанзера. У кого больше всего аград, ну и давай. Жужин стопа, и у тебя 84%. Сталкер. У вас было по 81%. Че у нас ДПС вообще нет, в принципе, босс вообще не убиваю у него. Все умерли. Потому что за огром вот. Люди не следят. 7 человек типа умер. Че, половина остальная не бьет, что ли? А сколько еще БР было раздано? Лич умрет 65%. 4. Давай, пускай. Жужин 5-7. Я вообще не бью, с чего я умираю. Того, что если у вас агро больше 80%, блять, то при следующем косте, блять, это ваша смерть. Да пофиг, что не помогает, это панацея. Не, спокойненько, ты пятишься. Если ты часто мешал пятиться, то у тебя создаваемая угроза уменьшилась до нуля. Залейте маны хилам. Берса 3 минуты. Должны успеть. Успеваем. Я читалку не достаю. Если читалка упадет. Джунуэн, стоп. Доведем до 10%, там уже можно и влиять. Денчик, стоп. Жужин, стоп, блядь, 90%. Вар, стоп. Он 5. Вар. Дайте Салю побавлю, если осталось хулипал. Вар, Жужин, Денчик. Да, Денчик, он опасный, что у нас есть. Ребята, вот где как тактики лучше? Бар, стоп! Уже 15 секунд не бей. Гуляйте, даже не говорите тебе. Тут на тактику бить. Десять процентов. Бей, вар. Берса 50 секунд. Здравствуйте. Да, 40. Мы не успеваем. Успеваем, ё-моё, все бетишь просто и все, ничто не стоит. Стопа. Все бьём. Тридцать. Пару тел умрет, ничего страшного. Двадцать. Нет, не успеваем. Слушай, очень много стоп, блин, 30% вообще долго сливал. 5. Диван, дай. Ну, первый раз бить сюда вижу. Диван, дайте. Ладно. Ну, нет, не первый раз, а второй. Короче, пофиг. Пойдем сейчас два танка лучше. В форсете и будет в танках. Веснопул все так же дальше в ДК. Если я переигрываю, я просто ловлю один срыв
Точнее, одно понижение. Я в шоке с ДПСа. Да. Да просто это нормально, мама, это, блядь, постоянно бой стоп, это нормально здесь на этом бой. Потому что все стоит. Нет, я понимаю, что это тут постоянно стоп. Я просто смотрю, что у нас нижние позиции. Например, три друида, у них у всех как у танка практически ДПСа получилось из-за того, что у них очень жесткий агронабор. Я вообще в шоке с этого. Сейчас два танка нормально убьем. Как ДПС да, тоже будет. Три друида вообще. Дракона нету. У нас один вариант только. Да, убить, но убили 3% оставили. Надо, скорее всего, второго танка. Сейчас? Это типа, у нас изобретения, блин, какие-то пошли. Ой. Что мы в одного танка всегда. Два танка, форсети будет вторым танком. Ага, только пианисту надо об этом рассказать как-нибудь. Хоть как-нибудь мягенько намекнуть. А, ты понимаешь, что его не убедишь? Говоришь, что в одного танка это убивается. Да, значит, мы прекрасно понимаем. И то, что у нас сейчас хэмты, три человека стоят на РНЖ и не двигаются. Получают урон. Это как бы от линии пианиста пошло. Ну, спасибо пианисту за это, потому что мне так удобнее пить. Ну ладно. Просто эта тактика прокатывает, когда у нас овергир. Какой овергир его? Ну, здесь ну, овергир. В смысле, в первом рейде у нас овергир, там пофиг, хоть 10 человек умрет, он все равно убивается спокойно. В смысле, какой овергир мы в этом шмоте, в котором это место? А сейчас два танка надо предстопать. Хе, узнать. Следите за игрой, если вы набрали 80, больше 80%, вам пиздец. Это не так работает, ну как ты не понимаешь. Да, оно не падает, если ты будешь стоять больше минуты там, надо стоять. Ты можешь хоть АФК выйти, она не будет падать у тебя. Тебе надо, чтобы его скидывали. Тебе ты не упадёшь. Вот именно. Там агро скидывает только на танки. Всех остальных агро не меняет. Я тут. Да, но скидывает на танк, а у тебя автоматически повышается. Скидывать нужно не, блять, на 80%, а раньше. Скидывать это только нет, по факту, можешь. Типа, у тебя не должно быть 80%, когда он начинает кастить отталкивание. Смотри, типа, в этом весь смысл. Так на скольки процентах скидывать, если оно нихуя не скидывается? Понимаешь, оно очень сильно скидывается. Тут не все скиллы скидывают. Типа вот попятиться у друидов, а она, по-моему, вообще нифига не помогает. У них тут не половина постепенно. Рыба стоит. Убав, пожалуйста. Магом тут вообще пока ты можешь стоять и бить. Маг, шаман. Кто там еще может скидывать постоянно? Ну, ханты, типа, да, они напуливают роги. Броня ты умер, потому что у нас, когда мы гуляем, на всех кидается сало. Ну, типа, чтобы он выжил, на него заранее должны были кинуть щиты и ходки. И то не факт. В смысле, там 18 тысяч бьет всего лишь? Так его ваншотнуло. Там точно не 18 ему прилетело. Если не видишь этого... Можно просто отойти от этого шага. Можно отойти от шага. Я, кстати, говорил об этом, что можно просто встать в сторону, когда видишь, что шар летит, он тебе даже не цепанет. У нас одно тело без сопрот. Какое? Команда. Команда. Ну, он не умер. Ну, он выжил. Вроде как. Ну да. Именно факт то, что Хасюна напрягал. Келим. Также на пул Войда форсетер оф танк, если форсетер набирает одно, не переживайте ничего этого. Причем тут выжил он. Не скидывайте форсетер. Я же говорю, напрягал-то все равно. СС откатился, Локи. Локи. Бойки кинул уже СС Афанзера.
Так, лага. Будет после этого босса табельного подача отбить. Все во фрейме танка бежим. Все во фрейме танки, кроме ханту. Все, идем. Геро. Можете сальву ковару выше скинуть. Ковару и по фрэнзису. Еще сальва есть? Если нет сальв, то панцера после следующего кинешь по фрэнзису. Диван. Два дивана. Стой, нет. Сами не успевал. Жена не успевает. Где нет? Тимыч. Тимыч будет на фрэнзисе? Может, повара дать? Сейчас уже по врагу давай, после следующего. Ты нет. Сейчас. Мозер. Ладно, скинь. Почему я двигаться не могу, извините? Диван себе сними, у тебя баф есть божественное вмешательство. Трехминутный баф. Хорошо? У меня строчек, чтобы не сейчас канцелару написать. Не вставай сейчас. Сейчас вставай. Локи раскол. Ну да ты умрешь. По форсете танк, что ли? Да, форсете танк. Ну сколько сангов у меня уже, да? Локи раскол. Сальву дали, чё он упал, парни.
Там место БС находится. Не, впечатление, как будто по мне реально. Фрэнсис поломан, не надо его. По фурсете сальвы не кидают. Тоже походу БР. Мозер, ты здесь? Фрэнсис. Да, не было БР. Мне показывает, что вроде. И БР был по Фрэнсису. Но... Не по Фрэнсису я говорю. Весь БР сейчас не подобно. И на кого вместе, знаете? Сама. Жена нам почти. Жимаем баскет, жимаем. У кого-нибудь БР еще остался из друидов? Три друида только дали БР. Так, жужжан. Бича есть БР, но бич мертвый. Ты у меня в КД 7 минут. Ну то за него. А сейчас дайте вторую БР попавшим. Япончик, маска, дружба. От босса встаньте, кто там на рейнже стоит. Япончик и Васка. Локер, стоп. И есть у нас сару. Скидываю на топом. Нет. Как? Сейчас по бок. Вага скинь. Вага скинь. Спасибо. Япончик. Тучка, тучка, тучка. Спасибо. Хорошо. Великая победа Орды. Во! Отлично, бай. Берти, Войт может отходить? Можешь отойти, мы пойдем дальше. Миш, а на трансмог шапку можно забрать? За твою ГП что угодно.